Добрый день, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня вместе с вами будем готовить армянский пирог из одного теста с двумя разными начинками. В миску добавляем яйца, сахар. Взбиваем венчиком. Добавляем соль, ванилин и продолжаем взбивать. Добавляем масло. Перемешиваем. Сметану. Взбиваем еще раз. Добавляем соду. Постепенно добавляем муку. Вымешиваем тесто. Тесто получается мягкое и к рукам не прилипает. Кладем тесто в пакет и убираем в холодильник на 30 минут. Пока тесто в холодильнике, готовим начинку. В тарелку кладем масло, добавляем сахар, ванилин и все это перемешиваем. Эту массу кладем в муку и перемешиваем. Вот так, руками. Наша первая начинка готова. Вторая начинка будет халва. Рецепт в описании. Достаем тесто из холодильника. Делим на две ровные части. А из второй формируем пирог.
Сверху смазываем яйцом. Выпекаем в разогретой духовке при температуре 180 градусов до золотистой корочки. Вторую часть теста раскатываем тонким пластом. Высыпаем сверху халву. Заворачиваем. Смазываем яйцом. Нарезаем. Отправляем в духовку выпекаться до золотистой корочки. Достаем из духовки и даем остыть. Подписывайтесь на мой канал, оставляйте ваши комментарии. И до новых встреч!